Привет всем! В общем, в Новой Москве вчера исполнилось 10 лет. И вместе с этим знаменательным событием открыли новые эстакады, связывающие Калужское шоссе с коммунаркой. Я вам их сегодня покажу. Итак, в общем, сейчас будут новые эстакады. На въезд в коммунарку. Одна будет на въезд, вторая будет на выезд. Поехала я немножко по Калужскому шоссе в начале видео. Это примерно километр 4, может быть 5 от МКАДа. Это удалено. Возникли, соответственно, недавно. Постепенно Новая Москва застраивается. В принципе, это бывшие деревни и поселки. Ну, где-то такой режим еще сохранился. А то, что близко к старой Москве, уже постепенно меняет свой облик. Я снимал несколько дорог, которые, например, вели из старой Москвы в новую. В Москве будут мероприятия. На Манежной площади пройдут фестиваль. Уже начался, будет идти он до 10 июля. И еще в Новой Москве открыли крупнейший в Европе электробусный парк. Он уже удален от МКАДа, где-то 30 километров за Троицком. В общем, сейчас я конкретно то место, где я сейчас нахожусь, оно существовало до вчерашнего дня, а прямо движение было невозможно. Даже знаки старые остались, то есть налево и направо. А сейчас можно прямо будет выехать на Калужское шоссе. Ну, конечно, попасть с Калужского шоссе в коммунарку было можно до открытия новых эстакад, но теперь это можно сделать проще. Вот я въехал уже новым способом. Сейчас выйду и потом выложу видео. Справа даже видны некоторые жилые дома. Ну, здесь, конечно, архитектура современная, много новостроек. Это не то, что удалено от центра, а даже удалено от МКАДа на несколько километров в сторону Московской области. В общем, движение продолжается. Новый асфальт. Дорожное покрытие здесь навели. Вот это вот новая часть. То есть это раньше не работало. И впереди еще одна эстакада. Она, как и предыдущая, тоже связывает коммунарку с Калужским шоссе. Здесь можно попасть на Калужское шоссе как раз в сторону Москвы. А на предыдущую можно попасть, когда едешь по Калужскому шоссе от МКАДа в сторону. Ехать в коммунарку
каждый из эстакад в районе 500 метров. Теперь выездов и въездов в коммунарку стало больше. Ну а помимо изменений, которые в Новой Москве недалеко от МКАДа, в моем канале продолжатся всякие открытия и изменения, проходящие в Москве, в ближнем Подмосковье. И я буду снимать и показывать